Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дорогие друзья, всем привет! И сегодня нам стало известно, что Samsung Galaxy C9 может получить 6-дюймовый дисплей. Ряд источников сообщили о грядущем выходе Samsung Galaxy C9, который пополнит соответствующую линейку смартфонов. Ранее в этом году в Китае уже представили Samsung Galaxy C5 с цельнометаллическим корпусом и 5,2-дюймовым Full HD Super AMOLED дисплеем. О характеристиках Galaxy C9 пока ничего не известно. Galaxy C5 получил процессор Qualcomm Snapdragon 617 и 4 ГБ оперативной памяти и сканер отпечатка пальцев. Galaxy C9 должен быть оснащен экраном большего размера, возможно 6 дюймов, и более продвинутыми характеристиками. Точная дата анонса не сообщается, но возможно мы его увидим на выставке в сентябре IFA 2016.